Жителями уединенного купеческого поместья не меньше позволяет почувствовать себя людям красивый зеленый мини-сад во дворе дома номер 63 по улице Старозагора. Но, как известно, сад без оградки, что картины без рамки. Частично ограждение уже установили год назад, но неохваченной осталась часть палисадника у первого подъезда. Теперь достойное обрамление цветам и насаждениям появилось и здесь. Жители уверены, розам и каштанам ничего не грозит. Галина Овчинникова живет здесь 30 лет, 2 года возглавляет совет МКД. Говорит, соседи к красоте давно привыкли и готовы ее поддерживать. Мы хотим, чтобы у нас было красиво. Мы здесь живем, и нам надо, чтобы было красиво. Сами живем, наши внуки живут, дети и внуки. Как только установили ограждение, вы посмотрите, у меня уже люди выходят и занимаются палисадниками, облагораживают и сажают все. Сирень будем вырезать, надо будет новую сажать сирень. Вот. А так каштаны, березы, все у нас красиво. С просьбой установить ограждение жители обратились в общественный совет микрорайона, и мечта сбылась. Раньше на решение подобного вопроса ушло бы много времени, но сейчас текущие проблемы решаются быстро, на местах. Очень много обращений как раз по именно вот таким ограждениям, по освещению, по внутриквартальным дорогам, по обустройству детских площадок, спортивных площадок. Все эти обращения собираются, мы их отрабатываем, составляем план работы. Жители говорят, ограждение и глаз радует, и газон от машин поможет спасти. Они нужны, они как-то облагораживают общий вид, не пропускают зелень за пределы. Это же вот шиповник, он чудесно цветет, аромат, кроме зелени. Потом там внутри вот у нас и роза, и другие цветочки. Для интерьера красивее, и, соответственно, уже как бы для безопасности детей, то, что они свободный доступ не имеют к этому участку земли, поэтому стало намного лучше. Будет красиво, конечно, все будет огорожено, и не будут, и ребятня не будет бегать. Теперь, шутят жители, каждый цветок здесь будет чувствовать себя под защитой. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».